Эй, два. Кто уже проиграл, не участвует. Ай, ладно, я... Ну, Серёга, блин, это вырежу. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас. Кунзель, Семка, Серега, Макс Киллер, Стаканчик. Как всегда, очень много классных подписчиков. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня у нас очень крутая карта FNAF 6. И еще круче, режим прятки. Если пейте, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем прятать. Ну что, я запрятался. Я тоже. Ну все, Фредди, Твистед Фредди выходит на охоту в пиццерию. А я иду, иду пацанчиков искать, кого-то там пугать, ля-ля-ля. Ты, Серега, короче, музыку делаешь, а я пою. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал, потому что у нас, как всегда, отличное настроение, которое мы пытаемся передать вам. И надеюсь, вы сейчас кушаете вкусные печенечки, улыбаетесь и мажете руками. Только зачем вы это делаете, ну я не знаю. О, я слышу, как Серега уже там что-то поломал. Это ты там ходишь, да? Да. Я убил челика. Уже? Стаканчик. Да. Эй, ты псих, Сережка. Да, я спрятался, так... хорошо, Серега. Ты меня не найдешь. О, Хасбел, ты руку свою палишь. Ты свою руку палишь. Так, а я хожу себе по пиццерии тихонько, никого не наблюдаю. Я, короче, перебежками бегаю, чтобы никто меня не нашел. Да-да, кого убивает, тоже берет аниматроника. Только тот, которому надо прицелиться, чтобы на расстоянии не бил. Подбежать надо и убить. Желательно вообще брать, кто из новеньких, кто не шарит, лучше брать Five Nuts at Candy's. Они самые прикольные и по-честному прятки будут играть. Так, Серега, я слышу, как ты по пиццерии ходишь. Да. Так, Синди пошла. А, я заныкался в очень классной нычке. Ребята, это очень классная нычка. Только я теперь очень плохо вижу. Так. Надо мне какой-то предмет заспамнить и в него вселиться. Чтобы сразу веселиться. Во. Еще одного. Трое. Трое осталось. Так. Я тебя на сладенькое оставил. Давай, давай. Ребята, сегодня у нас не очень хороший вид, так как я заныкался для вас в хорошей нычке. Ну ничего, зато мы видим. Вот я вижу, там кто-то бегает. Эй, осторожно, всю воду выпьешь. Еще кого-то убил, Серега. Это не я, это уже Стакан. А, молодец. Да ты какашка, ты, наверное, спрятался здесь в секретке. А нет. Да, а не, да. Я найду тебя. Не надо мне искать, Серега, я же добрый человек, пожалуйста. Так ты быстро, Серега, ты сказал, что будешь долго искать. За всех нашел за одну минуту. Нет, я долго ищу. Да? Они сами мне на глаза попадаются, Дима. Мы в начале ролика говорю, что надо взять какого-то новенького человека, который будет реально, ну, как-то интересно долго искать. Серега говорит, я буду искать полчаса. Спустя две минуты, кого еще найти? Осталось два челика. Это кстати, тут же есть у нас лабиринты, правильно? Mm-hmm. И в лабиринте... А, я уже понял, что там. Ты раночку ты уже нашел, да? Обыскал ее. Mm-hmm. Да. Ты на дереве, наверное, сидишь, да, какашка такая? А, нет. Вот, вас двое, Дима, осталось. Два челипиздрика. Да? Да. Ребята, у нас, как всегда, выиграют самые лучшие игроки. Так, 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 я вижу вход в пиццерию. Серега, вот догадайся, где можно сидеть, чтобы видеть вход в пиццерию? Mm. Нигде? Ну, задний вход, передний или какой? Боковой? Задний вход, да, задний. Ну, сейчас тебя найду. Ты уверен? Mm-hmm. Ой-ой-ой-ой, так. Давайте, ребята. Ой. Ой. Да ты опять не пудришь мозг. А ты где засела, какашка такая, а? Я ж найду тебя. А я нигде не сидела. Где? Где ты не сидела, а? Я лежала. Лежишь? Да, в ванной лежу, отдыхаю. Я тебя найду, Димка.
Не надо меня... О, я догадался, ребята, как это можно сделать. Я догадался. Димка, а... где ну ты спрятался? Ну я сразу скажу, я не на улице. Ясно. О, нашли еще одного. Ты один остался с ним. Да? Да. Блин, я не могу вселиться. На таком большом расстоянии. Блин, у меня здесь такой обзор. Но все равно прикольно тем, что я остался один. Сижу в укромном месте. Ну, блин, если вы меня найдете, это будет, конечно, очень по-умному с вашей стороны. Но я надеюсь, вы меня не найдете. Я могу дать подсказку. Когда будет вам реально сложно, я дам подсказку. Или не надо? Да пока не надо. Не надо, да? Пока не надо. Ищем, ребят. Ищем. Смотрите внимательно. Деревья, углы, двери, окна. Мусорные баки. Серега, я сейчас с улицы вылечу с одной стороны. Ты догадаешься, где я вышел на улицу? А я вентиляцией сейчас, подожди. А. Ага. Блин, может вентиляцию надо было мне пойти? Ну я сейчас опять же могу такую фигню тебе наговорить, и ты будешь думать, что... Так, ребята, пролетим по пиццерии, посмотрим, что здесь пацаны меня ищут. Так, Эндо меня ищет. Это я, кста. Это ты, да, кста? Ну вот я. Только бочку не удаляй, потому что мне тяжело вселяться в нее. Знаешь, что я сделаю с бочкой? Я ее не буду удалять, я ее подожгу просто. Нет, нет, А я не могу и ничего сделать. Буду горящая... Ребята, горящая бочка летает. И всех видит. Ну, никто при этом меня не видит. Короче, ребят, давай, какую же вам дать подсказку? Скажите, когда сдаетесь, я вам дам подсказку. Я не сдаюсь еще. На карте... А ты вспомни, Серега, что здесь на карте еще есть всякие штуки, где еще вы, наверное, скорее всего, не были. Ты же помнишь? А, блин, сейчас подскажу за эту комнату. Ты... Все, я, кажись, понял. Что? Секретная комната, если не ошибаюсь. Ну... О, ну шо? Так, вы еще... А, так вы даже... А, все, молчу, вы там не были еще. Вот тут вы еще не были. А, блин. Опа, Серега тут ходит. Ну. Что еще на этой карте есть? Подумай, Сережка, хорошо. Вентиляция. Есть офис. В офисе есть одна нычка. Да. Я вижу, как ты застрял. У тебя ноги торчат. Ну, Серега. Ну шо. Ну кто? Сейчас найдем тебя. Ну вот еще есть офис, там, короче, компьютер, стоит стол, и под этим столом кое-что есть. А, я понял. Блин, тут столько нычек, реально, вы должны уже были все запомнить. А разве... А ты не обращал внимания, что я карту обнулял, когда я заныкался? Ах ты, почему стулья не перевернул? Да. Кстати, Серега, ты мне бочку поджег, я тут шкафчик поджег. Я уже вам даю подсказку, потому что реально хочу, чтобы вы меня нашли. Сейчас найдем. Давай. Уйди. Опа, смотри, поломал все здесь. А чё бочка не подсвечивает ничего? А вот теперь надо убегать мне. Надо убегать. Я буду сейчас... Попробую, Серега, меня в темноте найти. Сейчас закрою. Давай. А ты зак... Подожди, а я открою. Так. Серега вот здесь вот меня сейчас ищет. Так, все, выселяйся из бочки, потому что ты сейчас найдешь тот закоулок, где я сижу. Все, Серега, два, я чекаю от первого лица, где ты там ходишь. Короче, мне надо так сделать, чтобы я за тебя пробежал как-то. Ладно, Серега, меня там нету, я пошутил. Ребята, как всегда, первое правило в прятках, не верьте Димасу. Что еще на этой карте есть? Что есть? Ты есть. Помещения есть какие-то еще на карте, которые ты не был? Так, а ну, кстати, если бы я вот тут сидел... Нет, меня бы уже нашли давно. А если бы я вот тут сидел? Ага, они, наверное, там это место все-таки не... Вы, наверное, не найдете это место, мне придется вам подсказывать. Ну, короче, скажите, когда подсказывать. Еще минуты две, давай, минуту, давай. Ну, давай. Есть две подсказки вам. Вы еще ни одной не использовали. Ну, подсказки будут реально, если вы прям скажете, давай подсказку, я вам прям реальную дам подсказку, и вам придется очень сильно напрячься, чтобы меня найти.
А мы веселимся, летаем за бочечку горючего и горим немножечко везде. Зря, Серега, ты здесь бегаешь, что только время свое тратишь. Ага, найду сейчас тебя. А вы даже не догадались. Ладно, ладно, молчу. И меня не видно даже отсюда. А ты опять заговариваешь. Ребята, как всегда, я специально так говорю. Мне еще нравится, что у планктона прикольный очень цвет. Если я, допустим, сяду в траву и нажму на Ctrl возле дерева, то мои пиксели очень плохо видно. Опять ты это заговариваешь. Ну, давай, что, используйте подсказку? Ну, одну давай. Я на улице. Подсказка реальная, без понтов. Ну как на улице? Я на улице, но в каком-то определенном месте на улице. Я был бы на улице, вы меня бы уже нашли. Допустим, Серега, вторая подсказка будет, но эта подсказка уже конкретно будет, где я нахожусь. Не-не-не, не надо. Вот прикольная была бы нычка. Вот посмотрите, вот реально, вот тут сел в темноте, все. И никто тебя не увидит. Блин, тут куча нычек на этой карте, где можно было заныкаться. Да, даже не видно меня. Хотя не было видно. Я на улице. Ищите меня на улице. Может сзади пиццерии, может впереди, может сбоку. Может вообще на кры... Ой. Ой, обстоятельства. Убил своего. А вы на крыше чекали? Крыша. У меня сейчас у самого крыша поедет. Реально вы на крыше не чекали? Я с самого начала, кстати, Серега, на крышу ныкался. Я чекал крышу, нет у тебя на крыше. Где ты? Ну, с самого начала я на крыше ныкался, а потом передумал. Опять заговорил. Не-не, в ролике увидишь, что вначале я сидел на крыше, а потом уже я нашел другое место и... Ханзел! Серега! Попався. Ну что, где я был? Как вы думаете? Серега, ну давай, угадай, где я был? На дереве. Так я проверял деревья. Короче, на самом дереве есть пенек. Возвышенность такая. И там реально можно стоять, я на том пеньке был. Ну что, давайте сделаем веселье в конце ролика. Берите все аниматроников. Давайте, чтобы было по-честно, Five Nights at Candy's. Все берем аниматроников. И начинаем битву. Каждый сам за себя. Серега, ты готов? Да. 3. 2, 1, 0. Битва началась. О, я не могу уж на расстоянии быть, я же забыл. Отлично. Минус 1. Эй, 2. Кто уже проиграл, не участвует. Ай, ладно, я... Ну, Серёга, блин, я это вырежу. Я тебя замочил. Все, я вырежу это. Ты меня убил, я тебя убил. А это реально? Да. Получается, ничья. Ребята, победила дружба. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще? Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.